Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания и моя семья. Дима у нас кушает. Диме говорю, держи с контейнером, сейчас у тебя упадет. И он ручкой там взялся и держит, все понимает. Молодец. Дима у нас кушает, а я сейчас буду готовить блинчики из пахты, которые отжаты у нас с вами от сливочного масла, которое мы с вами делали отдельный ролик. А на него выйдет где-то там рядышком с этим. Так, ну вот наша чашечка с вами. Пахты у нас довольно мало, всего 150 миллилитров. Обалденно пахнет. Выливаем сюда. Видите, что ее совсем немножечко. Также нам понадобится мука и сахар. Сахара мы кладем. Сейчас посмотрим. Раз. Два. Положу, наверное, 2 столовые ложечки на 150 миллилитров. Я думаю, будет достаточно. Так. И немножечко доливаем водички. Чуть-чуть. Немножко столько. А в комментариях вы напишите, сколько получится блинчиков из столько вот, сколько у нас есть пахты с водичкой. Ну, сейчас, ладно, еще намешаем. Может, получится чуть побольше. Я надеюсь, на завтрак нам с ребенком как раз хватит. Ты кушаешь? Кушай, молчит. Сонный еще такой. Ложкой. Ну да, вот она, такая вот. Такая вот она должна получиться. А сейчас она у нас настоит где-то полчаса, отдохнет. Причем пахта у нас была же холодная, из холодильника. А немножечко она настоится, появятся маленькие пузырики, и мы с вами будем готовить блинчики. Маслица. Ручечка у нас такая вот. Ух ты, и что это такое ты нашел? И что такое, Дим? Что это такое? Палка. О, нифига, что ты нашел. Кошмар. Че у мамы только не лежит. Даже маленький топор. Скажи, ну, мам, ты даешь. Но палка интереснее, да? Положи на место. Правильно. И закрой шкафчик. А то ты чуть-чуть в шкаф залезешь. О, а это что такое? Это что такое? А, сын? На этой стороне он сейчас быстренько. Thank you.
переверни ее. Да не сам. А эту переверни, сисечка. Переверни ее. Да не сам. Вот эту переверни. Вот так. Вот. И бей сюда. Бей. Ну? Бей барабан. Да? А, нет. Бум-бум барабан. Бум-бум барабан. Это? Да, музыкант будущий. Будущий музыкант. Будущий музыкант, Дима. Да. О, какой музыкант у меня растет. Да. Да. Ну вот у нас блинчик Димин. Сейчас мы ему попробуем дать. Он до этого у нас блинчики ел. Вот. Положим ему абрикосовое варенье чуть-чуть. Да, да, да. Да, будешь пробовать блинчик сейчас. Давай, кусай. Кусай. Вот ты как он. Попал тебе? С вареницем попалась? Жуй. Жуй. Ну уж, блин, так и так придется жевать тебе. Да, придется. Не трогай его. Жуй, жуй, давай. Два, три, четыре, пять, шесть. Получилось у нас 6 блинов. Кто написал 5-6 где-то, значит, правильно. Угадали, скажи. Угадали. О. 6 блинов как раз тебе. Ба, ты что не откусил-то? О, молодец. Учись кусать. И сейчас будет кушать мама. Мама тоже будет кушать блинчики. Ну, как раз 6 блинчиков. Сейчас остынет. Ну что, вкусно? Вкусно? Вкусно, Димочки? Давай, давай, давай. Кусай, 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 кусай. О, молодец. Вот ты какой умничка у меня. Вот, я буду кушать блинчики с маслицем. Вот такое вот маслице мы с вами делали. Это маслице я обычно с блинами только ем. Раскладываю его с 4 сторон. Да. Жуй, давай. Ты жуешь? Водичкой запиваешь? Запивай водичкой. Компотик наш с тобой стынет. Поэтому Дима у нас водичкой пока запивает. Не кашляйте. Не подавись мне, смотри, блином еще. Это будет весело очень. Ну, что там у тебя? Прожевал? Кусай, 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 кусай! Откусил, что ли? Мне кажется, ты вообще не кусаешь. Ты кусаешь? Так, у меня тут горяченький блинчик. Не трогай его. Вот такие вот блинчики у нас получились. Да. Последний прям такой поджаристый получился. Жуй, жуй, жуй. Ты проживал? Ты проживал? Давай.
не уменьшается вообще у тебя, блин.